дело? Ну, идем. Есть работа? Ну, идем. Все на борту? Рассекая волны. Мы уже в пути. Все на борт. Поднять парус. Чего вы ждете? Все на борт. Поднять парус. Да, и шагу назад. Все на борт. Мы уже в пути. Поднять парус. К вашим услугам. Паруса подняты. Поднять парус. Я готов. Хочу драться. Идем. Вперед. Загружены. Чего хотите? Может загореться. Дроид к вашим услугам. Я вижу. Я помогу вам. Слушаю и повинуюсь. В чем дело? Хочу драться. Идем. Уже иду. Идем. Уже иду. Я первый. Я первый. Бой! Я первый. Идем. Thank you.
Бой! Да. Да. Иду. Тия! Уже иду. Наконец-то. Хорошо. Тия! Они не сбегут. Да. Они не сбегут.
первый. Бой! Наконец-то. Ну, кто на меня? Бой! Идем. Отлично. Наконец-то. Хорошо. Вперед. Идем. Я первый. Идем. Уже иду. Хорошо. Иду. Вперед. 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 Уже иду. Я первый. Хи-я! Я первый. Они не сбегут. Иду. Хорошо. Вперед. Отлично. Тик-так. Мне нравится этот пульс. Идем. Хи-я! Вперед. Они не сбегут. Вперед. Уже иду. Уже иду. Идем. Уже иду. Хорошо.
Уже иду. Иду. Идем. Уже иду. Уже иду. Вперед! Вперед! Уже иду. Уже иду. Иду. Идем. Идем. Уже иду. Они не сбегут. Бой!
Иду. Они не сбегут. Уже иду. Отлично. Да. Хорошо. Вперед. Уже иду. Я первый. Идем. Отлично. Сия! Сия! Наконец. Идем.
Приказы? Разумеется. Курс ясен. Курс ясен. Да, сэр. Да, сэр. Может загореться. Курс ясен. Курс ясен. Курс ясен. Да, сэр. Курс ясен. Курс ясен. Разумеется. Курс ясен. Курс ясен. Да, сэр. Курс ясен. Разумеется. Курс ясен. Да, сэр. Курс ясен. Они будут гореть. Разумеется. Включайте огонь. Может загореться. Мы загружены. Поджечь. Может загореться. Будут гореть. Приказы? Разжечь огонь. Даже в этом мире предрассудки могут сотворить монстров. Эти животные выглядят достаточно страшно. Это может нам пригодиться. Я у вас в долгу. Муринозавр – морское животное, которое может незаметно следить за врагами. Есть приказы? Слушаем. Есть приказы? К вашим услугам. Слушаем. Паруса подняты. Поднять парус. Рабочий готов к труду. Слушаю и повинуюсь. Паруса подняты. Я к вашим услугам. Есть приказы? Паруса подняты. Мы уже в пути. Услугам. Рассекая волны. Мы уже в пути. Мы уже в пути. Рабочий готов к труду. Все на борт! Поднять парус! Слушаю и повинуюсь. Я к вашим услугам. Слушаем. К вашим услугам. Слушаем. Рабочий готов к труду. Чего вы ждете? Уже иду. Как скажете. К вашим услугам. Есть приказы? Несомненно.
скажете. Как скажете. Хочу драться. Слушаю и повинуюсь. Несомненно. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Несомненно. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Слушаем. Слушаем. К вашим услугам, несомненно. Есть приказы? Рабочий готов к труду. Я к вашим услугам. Рабочий готов к труду. Есть приказы? Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Несомненно. Есть приказы?
вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Есть приказы? К вашим услугам. Что вы хотите? Я готов. У меня есть идея. Мудрое решение. Быстро! Есть приказы? Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Слушаем. Как скажете. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Есть приказы? Как скажете. Есть приказы? Несомненно. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Вашим услугам. Есть приказы? Есть приказы к вашим услугам. Есть приказы.
Есть приказы? Есть приказы? Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Есть приказы? Есть приказы? Я готов. Я здесь. Чего хотите? Да! Да, и шагу назад. Что вы хотите? Да. Да, и шагу назад. Что вы хотите? Будет сделано. К вашим услугам. У меня есть идея. Хорошо. Есть приказы? Что мне делать? Ваше желание – закон. Есть приказы? К вашим услугам. Слушаем. Несомненно.
Я у вас в долгу. Хорошо. Иду. Уже иду. Вперед. Иду. Тиа! Они не сбегут. Идем. Идем. Хорошо. Ну, идем. Есть работа? Я готов. Я первый. Я первый. Вперед. Есть работа? Уже иду. Хорошо. Отлично. Тик-так. Тише. Я готов. Есть приказы? Как скажете. Слушаем.
Чего хотите? Да, будет сделано. И шагу назад. Что вы хотите? Да, да, сэр. Что вы хотите? Что вы хотите? Да. Будет сделано. Да, сэр. И шагу назад. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Есть приказы? К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Как скажете. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам.
Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. К вашим услугам. Как скажете. Есть приказы? Слушаем. Несомненно. Как скажете. Как скажете. Слушаем. Слушаем. Как скажете. К вашим услугам. Слушаем. Слушаем. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Слушаем. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Слушаем. Есть работа? Уже иду. Бой! Сюрприз! Тише. Спокойно. Есть работа? Идем. Идем. К вашим услугам. К вашим услугам. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Несомненно. Иду. Что нужно? Слушаю и повинуюсь. Как скажете.
Несомненно. Несомненно. Как скажете. Несомненно. 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 Слушаем. Есть работа? Уже иду. Уже иду. Иду. Вперед. Чего вы ждете? Я первый. Вперед. Есть работа? Умно. Всегда готов. Я иду. Да, будет сделано. Вас что-то беспокоит? Слушаю и повинуюсь. Пора в бой. Идемте. Быстро. Конечно. Бегом. Есть приказы? Несомненно. У меня есть идея. Мудрое решение. Слушаюсь. Мудрое решение. Что нужно сделать? У меня есть идея. Хорошо. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Как скажете. Что нужно сделать? Мудрое решение. Хорошо. Слушаюсь. Хорошо. Быстро. Фантастика. Что вам нужно? Мудрое решение. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь.
скажете. Несомненно. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. Как скажете? Как скажете? Несомненно. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Есть приказы. Есть приказы. Есть приказы. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь.
Есть приказы. Слушаю и повинуюсь. Есть приказы. К вашим услугам. Есть приказы. Несомненно. Слушаем. Как скажете. Есть приказы. Есть приказы. Слушаем. Слушаем. Несомненно. Слушаю и повинуюсь. Как скажете, как скажете, как скажете. Слушаем. Несомненно.
Слушаем. Тише. Специально для вас. Я вам доверяю. Я вам доверяю. Я верю. Меня направляет ваша воля. Конечно. Меня направляет ваша воля. Чего вы ждете? Хорошо. Уже иду. Идем. Иду. Хи-я! Силами природы. Хорошо. Специально для вас. Я слушаю. Есть работа? Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. В чем дело? Хочу драться. К вашим услугам. Слушаю и повинуюсь. Ну что еще? Хорошо. Что нужно сделать? Фантастика! К вашим услугам. Ну что еще? Слушаю и повинуюсь.
К вашим услугам. Есть приказы? К вашим услугам. Как скажете. Слушаем. Слушаю и повинуюсь. К вашим услугам. Ну что еще? Чего вы ждете? Хи-я! Сюрприз! Яблочко! Запчастей у нас достаточно. Теперь нужно найти самолет. Не беспокойтесь. Белла, мы сможем запустить эту птицу в небо? Конечно, но сначала нужно построить пусковую установку, на которую уйдет много ресурсов. И помешать варварам, которые хотят вернуть эту машину. Без проблем. Просто запустите его в воздух. Мы его найдем. Умно. Есть приказы. Я помогу вам. Что нужно? Пора в бой. Я помогу вам. Вас что-то беспокоит? Все меняется. Понятно. Как пожелаете. Путешествие – это награда. Они идут! К нам идут варвары! Когда же они успокоятся? Давайте сами успокоим их. Навсегда. Сила. Вас что-то беспокоит? Есть приказы. Слушаю и повинуюсь. Умно.
Новая цель? Да. Готово. Отлично. Хочу драться. Ваше желание – закон. Отлично. Чего хотите? Ваше желание – закон. Чего хотите? Да! Что нужно? Уже иду. Что мне делать? Готово. Отлично. Отлично. У меня есть идея. Хорошая идея. Да, готов. Ну, идем. Чего хотите?
Есть работа? Ну, идем. Вперед. Иду. Ну, идем. Вот. Хорошо. Уже иду. Вперед. Леди и джентльмены, с вами говорит капитан. Добро пожаловать на борт. Предстоящий полет будет длиться приблизительно 30 секунд. Птичка. Пторанодон.
Эй, малыш, что ты там делаешь? Тебе лучше уйти с дороги, иначе будет больно. А! Черт, откуда они взялись? Крепче! Мы падаем! Поднимай его! Руль отказал! Я не могу удержать самолет! Пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями. Надеюсь, полет вам понравился. Фантастика! Все прошло именно так, как планировалось. Самолет слетел как орел, а его управление было чувствительным и точным. К сожалению, вмешался птеранодон. Тем не менее, я первый механик, который смог сконструировать одноразовый самолет в обоих мирах. Так или иначе, у нас все получилось. Теперь нам лишь нужно найти старый храм и пророка. Надеюсь, на нашем пути больше не будут попадаться неприятные сюрпризы. Динозавров. Я бы очень просил вас в будущем вести себя тише. Брачный сезон сейчас в самом разгаре. Ах да, брачный сезон. Простите, мы не знали. Больше шуметь не будем. Это же был ваш динозавр. Я не ошибся? Спасибо за своевременную помощь. Пожалуйста. Так приятно видеть, что кто-то наконец проучил солдат Атан. А вы знаете об Атан? Злодеи. Тупиковый вид эволюции. Вы Джеймс Уорден? О вас ходят легенды. Ваши теории изменили мир. Правда? Это интересно. Хотел бы я услышать эти легенды. Нам нужно поговорить. Вы пообедаете с нами? Ваша судьба так похожа на судьбу нашего друга Таслова. А Таслов здесь? С вами? Для меня это большая честь.
дикие животные не будут нападать на Джеймса Уордена. Когда он достигнет второго уровня, он сможет приручать животных, к которым подходит. В чем дело?